Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Dying Light или кто, я не знаю правильно по-английски как она называется. В общем, игра про зомбиков. Итак, нам надо передатчик отнести вон на ту вышку. Спрыгните вниз. Вниз, куда вниз? Ох, я испугался. Когда-нибудь мне не повезет, и я приземлюсь на кучу ржавых. Не знаю, чего так. Так, давайте доску с гвоздями. Где доска с гвоздями? Вот она, разберем ее сразу. А здесь нам надо будет, раз в ночь, давайте вот это поменяем на... Где ракета вот у меня? Хоть раз воспользуемся этой хренью. Так, тебе нужна карточка, ключ к подстанции. Без нее питание на антенну не включится. И где взять эту карточку? Надо попытаться порыться в контейнерах, она в каком-то одном из них. В смысле, ее может здесь и не быть? Нет, она точно там. Просто тот парень, который был там до тебя, спрятал карточку в один из контейнеров, прежде чем мы потеряли с ним связь. Прекрасно. Так, что у меня по времени-то? Ну, 6 утра, кстати. Ага, делать мне нечего. Туда ходить только. Ну уж нет. Так. Вот и все. И нет убила. И стрелу отдай. Мне туда не залезть, да? А! Ты какой-то броневой. Ой-ой-ой. Подожди, подцепляйся ты. Чё, так и будем друг на дружку смотреть? В контейнерах карточку пропуск поищите в контейнерах. На. Нормально так. Берем, все берем. Блин. Так.
Вау! На! Бум! Так, и я мертв. Ну и этого завалил. Ага. Блин, да как так-то? Ладно. Будем стараться. Блин, блинский. Тихо. Давай. Great. Так, хорошо, прекрасно. Ничего нет. Да я знал, но надо было все равно обыскивать. Так, надо починить. Люциус, починить. Вот так. Нормально, теперь сюда уходим. Куда уходит детство? Города. Сюда, сюда. Блин, внизу стройплощадка. Ага. Так, а я даже не знаю, как кошкой пользоваться. Может, сейчас вот само то. Не, а как же, блин, а сыкать надо до чего? На. Господи, как? Тут что у нас? Инвентарь полный, опять какой-то херней. Ну-ка, что у нас тут? Масло. Кстати, по чертежам. Сюда? Черт, опять эти уроды. Так. Вон он. Так, меняем. Где у меня тут? Бум! Бум! Ага, все-таки меня... А чем это меня? Либо бочка взорвалась, либо... Так. На.
Как вас уничтожать-то, блин? Да беги! Так, я думаю, это бесполезно. Крошить их тут. И почему-то, мне кажется, вот это надо... Ой! Блин. Ну-ка, где у меня тут? Блин. Ну может, ну на. Ну вот что может быть лучше лука, правильно? Давайте. Такое, только антенны на рогах. Вот, ну лук самое лучшее. Блин, надо стрелы делать для лука. Лук. А что я смотрю, то чертежи надо. Чертежи. Лук. Где? Блин. Вот самое хорошее. Натыкал ему в голову и все. Так. Ой-ой-ой. Так. Контейнер. А ведь туда можно как-то пробраться. Берем. Капаем все, что можно. Кто тут остался? Все? Почему-то мне кажется, что придется на кран дуть. Так. А где? А, вон он. Все, понял тебя.
Так, карточка нашлась. Так что можно сразу туда бежать. Теперь иди на подстанцию, это рядом с рядом маячком, что у нас... Так, воспользуйся карточкой, чтобы войти внутрь. Где-то здесь он, блин, рыгал только что. Так, что по времени? 6.09, блин, так только что было 6.09. Что время-то вперед не идет? Навыки есть у меня какой-нибудь? Нету ни хрена. На. И тебе на. Чтоб за нами не бежал. Ой-ой-ой. Время. 6.09. Говорю же, время здесь уже все, не бежит. То есть я в таких полумраке буду бегать сейчас пока что. Да погода-то, погода, посмотрите. Давай. Да беги ты. О, а можно и здесь было забежать, да? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Спасибо. Эй, подожди. Крена стал. Ну все зарычали. На. Вот так. А теперь отдать стрелу. Ну, здравствуй, хлопчик. В затылке, смотрите, два таких уха. Крепкий малый. Он мои стрелы утащил, падла. Savvy, I'm in. Okay, good. Так, что надо? Включи трансформатор. Давай. Holy shit. Оу, черт. Висит, болтается, нахрен называется. Давай. О, отмычки. Давай, на халяву-то, чё нет-то? Сколько у вас можно делать? Единственное, чё, да, это вот так вот выходить, загружаться, перезагружаться, все вот это. Походить, побродить. Да, станете действительно богатыми. Что уж тут. Отойди. Так. Давай.
Еще. Счетчики какие-то. Давай. Включили. Прекрасно. Теперь найди и щит управления у подножия мачты и включи его тоже. Так. Ты что, крепче стали, что ли? На! Подождите. Уйди. Бум. Бум. Ой. А кто это тут ходит? Где мои стрелы, падлы? Вот. Вот. Ой, да ты уж лежи. Так, что теперь? Так, поднимайся на мачту и устанавливай усилитель. Любой радио в радиусе сотен метров будет работать как зверь. Прекрасно. А не подскажете, каким макаром мне запрыгивать туда? Да подожди. А, у меня же кошка есть. Ой. Подожди. Да стой ты! На! Вот так. Меняем, подождите, кошку надо поменять. Так. А где тут? Где кошка? Вот, вот. Кошка. Взять ее и поменять, ну да вот, допустим, даже на великолепный сюрикен. Честно скажу, еще ни разу не пользовался, я не знаю, как это делается. Так.
Так. Куда надо? Как кошка, так включите усилитель, пока не началась. А как она? Чё она не идет-то? Чё-то не идет. А чё тебе, обезьяна? Вот прицел-то поменялся. Может, на какую-то ты особую кошку? Блин. Так. Блин, да как тут? В общем, облазил, блин, все это меню. Не нашел ничего. Но по идее, так-то... Так же, как метание. Как ты? Ты же вот... Может, она просто не такая длинная? Ой... Блин, там. Так. Кошка. Да не надо мне оружие. Или за что-то ты особо цепляешься? Как-то как канат должен натянуть тебя. Ой, а там сейчас прибежит еще опять. Умеет, падла. Как? Как схватить? Как? Ага. А здесь ты меня так не подтянешь, значит. Значит, надо как-то выйти. Подождите-ка. Так. Как же ты меня пугаешь? Нет, как тут залезть на вышку? Полюб... Так. Фонарь. Может, нас фонаря как-то надо? Но сомневаюсь. Я думаю, что-то я просто выпускаю. Вот что я думаю, что я что-то просто не доделываю. Где-то что-то я говорю, где-то что-то я, может, не усматриваю. Так. Тут. Ничего. Тут никуда. Нипочем. Тут дыра нахрен. Вот ни хрена себе, представляете, да? А и так-то ее даже и не видно было. О-о-о.
Хватайся и пошли. Оп. Покуда дальше тебе лезть надо? Так. Ну пойдем. Поднимаемся. Ни хрена себе, вот эту дыру я не заметил. Ёб твою мать. Ну, у каждой шмары такая дыра есть, а я не заметил. Так, минутку. Ой. Ой. Ни хрена себе. А что ж ты, падла, там-то не зацепился-то? А? Блин. Надо разбег побольше взять. Опа, так, 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 пробуем. Оп. Ну вот, а чё ж ты первый раз-то не смог зацепиться-то, урод? Ты мелкая гнида. Так, куда мне? Мне еще выше надо. Ой. А это ему куда попад? Вон куда мне надо. Что, зачем мне вниз спускаться? Не зачем, правильно. А где здесь подняться можно? Ой, что-то чувствую, плохое предчувствие у меня такое, прямо-таки ощущаю. Все-таки я думаю, блин, не зря вот эти херни-то здесь установлены. Так, посмотрим. А, вот, вот, раз, два, три, понятно. Так, готовься к прыжку. Вот так. О, блин, ни хрена себе. Цепляешься-то через раз. Давай. Потом посмотрим. Посмотрим потом. Так, залезли. Так, Крейн, когда установишь селок, не забудь настроить радио на нужную частоту. Да, помню. Ой. А, ну это-то да, это-то мы знаем, они хоть помечены у нас. Ой. На. Так. На нужную высоту, ой, на нужную частоту установишь. Конечно, вы вообще как здесь оказались-то? Я сюда с трудом забрался, вы как сюда забрались? Ага. Минутку. А вот. Давай. Еще, блин. Почему все так рискованно? Все как-то через жопу. Блин, вот что и требовалось доказать. Всего, всего 400. Правильно, потому что я на боссе там потерял сколько? 12 тысяч где-то. Сколько там протерял там? Ну, с какой высоты я начну? Ой-ой, что ее мать-то. Блин. Бесячие.
Да почему так-то выходит? Давай, 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 ползи, ползи, ползи. Блин. Дурацкие зацепы эти. Of course, it waits till I'm all the way up here to stop raining. Давай. Все нормально. Так. Что, свою плату устанавливаем. Anyone who can hear me, please listen. Все, кто меня слышит, слушайте, меня зовут Кайл Крин, я передаю сообщение из Харана, закрытого на карантин. Полковник Теннер и Министерство обороны солгали, в городе есть еще уцелевшие. Они хотят разбомбить Харан, и если это случится, вы будете знать, что Терни, сотрудники Министерства, убийцы. Голос по радио, твою мать, в зоне карантина кто-то выжил. Эй, как слышно? Прием. Это... Я так и знал, так и знал. Уф, еле успел. Ни хрена себе. Вот. Буквально вот-вот развернул. Крейн, это ты? Как слышно? Какого черта? Хотим дать тебе шанс покинуть это кошмарное место. С какой такой радостью? Я так и не выяснил, кому переслали ваш файл. Даже о вас не отработал. Дело прошлое, Кайл. Забудем это, как страшный сон. Добудь для нас результат исследований доктора Зарея, и мы пришлем за тобой вертолет для эвакуации. Кстати, я знаю, кто был в том файле. Я знаю, что вы все это специально сделали. А теперь вам срочно понадобилась вакцина, да? Это единственный способ сохранить лицо, убедить мир, что вы все это время трудились над созданием вакцины. Не говори глупости, принеси нам исследование, и все будет хорошо. Вам нужны результаты? Тогда ждите от меня сигнала. Так. Умник, ты здесь? Усилитель стоит. Отлично, Крейн. Теперь съезжай. Так, видите, так, 79%. Потрошу и примешь. Так, приземлишься, рядом будет тот туннель. Хорошо. Ой, где-то что-то я... Повышение уровня. Конечно. Конечно, повышение... Где ты? Ох ты. Это что такое? Научитесь атаковать мутантов под маскировкой, не привлекая лишнего внимания. А это что? Научитесь делать ловушки в машинах. Воу, вот это. Ну, они мне уже так-то и не нужны будут, но все равно. Давай. Два раза пробел нажимаем, блин. Смотрите, как хороша наша саванна с высоты птичьего полета. Башни всякие. Вот смотрите, как мы далеко. По автомагистрали, по лесам, вот можно было. Во-во-во-во-во-во-во-во! Ну в воду же, в воду, ничего страшного. Блин, покататься и то не дали. Подождите. Мне надо поменять. Хотя кошку что менять? Я даже не знаю, кошка-то. Нужна ли она мне вот сейчас? Стоп, стоп, стоп. А я жопой в туннеле стою, ага. Так, мы здесь были. Ой. Ой. Кто здесь есть? Эй, бичо! Логово же мутантов, прям видно. Морфы ходят. Да, план безупречен, никто не может пойти. Что может пойти не так? Да все может пойти не так. После этих слов автоном и идет все не так. Ой, ой. Давай, по туннелю всего лишь надо пробежать по туннелю. Сюда. Ой. А, это мои хлопушки.
Блин, сам же своих хлопушек не испугался, так. Ой! Так. Ой-ой-ой-ой. Да тихо ты! Беги, беги, беги! Хоп! Так. Ой. Тоже неприятно своего рода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А куда мне здесь? А? Ну, я боюсь, сразу говорю. Очень, знаете ли, здесь сыкотно для меня. Ныряем в эти какашульки. Заметьте, вот если бы не эти бомбочки, бы меня бы порвали бы там в клочья. Давай, быстрее, ты все равно не поплывешь, правильно? Ой. Блин, этих мутантов-то там до хрена было. Фух, ладно, хоть куда-то пришел, блин. Старый город в эфире. Я послал сигнал наружу, и как раз вовремя самолеты отвернули от города и от меня. Ух ты, распелся, распелся-то как. Доктор Камден, это Кайл Крейн, вы меня слышите? Так, как слышите, так. Я готов к работе, просто принеси мне сэмплы. Встретиться exactly хотят. Remember, окружил тысячи, так, я не забуду, что надо. Так... Ждите, я скоро приду. Хорошо, все равно никуда не уйти. Ой, подождите, а у меня тут изящный короткий нож. Простой короткий нож, простой короткий, а тут изящный. А тут простой. А в чертежах, что надо-то, какой-то там... Императрица, так. Так, какой у меня нож-то тут? Люпус. Люпус. Так. Пока... Ага, лютый холод. О, какой-то тут есть. Но это не то. Так, охладит пыл ваших врагов. Вот он, люпус. Давай. Создать изящный короткий нож. Ага, все, понятно. Ладно, пока оставим. Блин, это... Нет, все-таки надо что-то разобрать. Так, адский зверь. Вау. Вот у фонаря не брал, а как он у меня оказался, не знаю. Так, ладно, это что, изящный короткий нож, это простой короткий нож. Вот простой короткий нож я и разберу. Все, пойдем. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отвалите от меня. Блин. А куда мне? Далеко надо? Ну, чуть направо. По улице примем.
Моё. Да тихо ты. На, вон туда идите. А мы пока пробежимся по улочкам. Пройду по виноградную, сверну я на клубничную или что там. Ну и в тенистой улице я постою в тени. Мне вон туда надо пересечь. Блин, вот сюда пересечь-то надо. Пока возможность есть здесь пересечь. Прыгай. Ой. Уходи, 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 уходи. Давай, 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 давай. Оп. Ползи, ползи, ползи. Блин. Давай, 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 давай. Осталось-то чуть-чуть. Ой. И как нам быть? О, как же быть? Как быть? Дурачок. Блин! Вот тут чё нахрен вот? Как так-то, блин? Мог бы и зацепиться за фонарик-то рукой, да даже хотя бы за ту же самую, я не знаю, за фасад здания. Уи! Уи! У меня просто нет слов. Все, я здесь уже оказался, ладно. Хрен на вас. А, мне не сюда надо-то, подождите. А что тут есть-то? Что-то есть. Чертежи. Вот давай, вот это возьму. Вот это возьму. Все. Так, 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 так. Ладно, выходим. Далеко мне надо. Отсюда. Блин. Кто сюда пришел? Так. Да отколупнитесь вы. Тихо. Так, и как мне к вам пробраться туда, ребятишки? Хрен уж там ты закуда-то, ага, здесь цепляешься. Вау, вау, вау! Еще разок. Даже не знаю, что тебе ответить.
тут лестница есть. Так, а мне что надо сделать там? Доставьте ткани, так. В лабораторию. Ага, так. На, на, на. Вот так. О. Вот для чего кошка-то и нужна. Подожди. Так, нормально? Так, вы, наверное, Крейн. Да, меня так зовут. Нажмите на кнопку нижнего этажа. Так, используйте лифт. Хорошо. Так. Вон там дерутся кто-то, что-то. Прекрасно. Использовали кнопку лифта нижнего этажа. И куда же нас это приведет? Нажмите пробел, нажимаем. Клиника. Давай. Жаль, что так вышло с доктором Заре, но мы так были возможности изучить вирус Харана, ага. Не говоря о том, что ВГМ очень даже неплохо платили. Кстати, мы сейчас на резервном электропитании, так что функциональность везде минимальная. Но генераторы перегрелись и выключились, так, для последнего... Электроэнергия тебе нужна, значит. И что ты от меня хочешь, батарейки, что ли? Ты меня вытащи, Вы... Чё они у вас не как у людей? Так, вы, надеюсь, не против, что я передаю воспоминания вслух? Понятненько, так. С человеком, да, долго не общались? Вот и все, вот и поговорили. Хоп, сюда, нет? Так. Я чуть не забыл, дверь в главный коридор открывается только вручную. Так, вам нужно войти в помещение охраны и проверить. Так. Короче, где-то тут. Может, у кого-то в вещах осталось? Блин, блинский. Это вот что такое? Как я это должен понимать? Блин.
Понятно, здесь что-то не так, конечно, но... Куда, куда? Тебе ничего нет. А, вот куда. Он сразу не мог выпасть. Подождите, у меня тут есть чем обороняться в данный момент. Опаньки, опа. Вроде пока все нормально. Тихо. Где у нас что имеется здесь? Непонятно. А, вот ключ карта взял. Так, ну это не все. Что-то я... Что надо? Найдите способ добраться до команды. Отмычка. Подожди, подожди. Так, там дверь показана. Что-то я... Не совсем что-то догоняю. Обратно лезть, что ли? Нет, смотрите-ка, опять все-таки вниз. Где-то что-то я... Это что? Открыл. Так, теперь идите по коридору. Давай, давай. Когда глянул эпидемию, мы... Так. Кстати, надо это сделать. Кадры Сулейман. Так, чертежи, надо этот сделать. Где ты у меня? Вот, аптечку надо. Давай. А это что-то их израсходовал, бог знает сколько еще. Но у меня вот, кстати, вот этот нож, я не знаю, где я его добыл, из чего сделал, уже не помню. Все еще не ломается. Чинишь его и чинишь, и нормально. Так. Так, в лаборатории через вход справа. Так, но все изменилось. Чудовищные наклонностями, так настоящее полноценное чудовище. Блин, тут вот опыты проводили. Куда мне? Так, чтобы открыть дверь, надо запустить процесс санобработки. Но ничего не получится без электричества на полной мощности. Так, найдите, идите в офисную зону, когда доберетесь до туда, я направлю вас дальше.
Ну так, должны были приправить в безопасное место с помощью антенн ВГМ, но они были очень похожи на вас. Блин, кто будет похож, кого вы хотели переправить? Все понятно куда. Теперь будете очень осторожны. Я не очищал то крыло от мутантов, мне просто не было надобности там бывать. Ой. Ой. Так. Внимание, открываю дверь, давай. Да. Не понял. Ну что ты смотришь-то на меня? Так, присоединился к Брекену, я бы тоже мог добраться так. Нет, еще давай. Побыстрее. Вот сюда нам. Беги! Так. Вы что, себя ничем не выдаете, да? На. Так, используйте вентиляцию в офисе. На. Так. На. 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 Да, блин. Все. Вроде бы как. Что еще есть? Ничего. Хватайся. Пойдем. Так. Сюда, сюда. Нет, не сюда. Там. Так, это что загромило? Стоит, нас ждет. Ой, это тот мощный, который. Подождите. Нет, не умер. Все. Понятненько. Так, подожди. Еще подожди, где ты, пал-то?
На. Ну, ладно, не, чё, не... А, кстати, мне слазить надо. Вот тебе, ну и ладно. А только как слазить-то? Подождите, вот сюда. Уа! Так, найдите склад, так, нашел. Найдите дорогу в машинный зал. Вот так. Блин, блинский. Так. Вот так. Уфу. Понятно. Закрыто. Ну, правильно, кто для меня откроет? Давай, давай, давай. Еще немножко. Я думал, блин. Ладно. Что думал, то думал. Все при мне останется. Ой. Вот чувствую, прям чувствую, здесь должен быть гигант. Стой, мы тебя по-тихому. Иди быстрее. Так. На всякий случай мы открыли тут. Да. Да. Неплохо. Так. Куда нам? Здесь мы были. Блин, давай обыщем. Восстановите энергоснабжение. Ну пока вроде ничего такого, чувствую, мне отсюда удирать надо будет. Я думаю, дальше, если бы была возможность уйти из карантинной зоны, он все равно остался бы помогать людям. Да, хороший человек. Так. На.
Вот так. А вы еще мне не любите за что-то. А ведь я ничего плохого и не сделал вам. Так. Ну, 87%, смотрите-ка, прошел. А я же здесь был, да? Думаю, да. Да-да-да. Так. Запускаем очистку. Ой-ой-ой. Как бы ты не разбил здесь стекло-то. Ой, они померли, что ли? Хорошая очистка. Мне нравится. Пятна, правда, такие ужасно. Фу. Так. All right. Now you can come in. Давай, заходи. Блин. Сигареты. Мне сигареты-то уже не надо, наверное. Я даже не знаю. Это для тех, кто будет в этом мире бегать, искать приключения в свою жопу. Но я-то не такой. Асмодей умный. Умный. Вулджаз. Кстати, Вулджаз это из книги Крейн. Хроники Сиалы. Кадмен, Крейн, рад пожать вашу руку. Давай скорее образцы. Ну. Док, я покажу вам одну фотографию сейчас, минутку. Давай. Что-то у меня по поводу этого доктора тоже какие-то сомнения, конечно. Это займет какое-то время. Так что вы там говорили? Эй, это он, тот агент ВГМ, о котором я вам говорил. Как же его звали? Амин. Да-да, Амир Гошейн. А откуда у вас его фото? У нас общий друг. Образцы все еще жизнеспособны. Это хорошо. При небольшой доле везения наш путь сократится. Кстати, а где остальные данные? Я знаю, Зари подготовил два пакета. Это мы еще обсудим, док. Сейчас мне надо разобраться с этими дятлами на ВГМ. ВГМ? Хрен, вы с нами вы с ними посторожнее. Их публичный имидж лживый насквозь. Это не люди, а бессердечные лживые ублюдки. Понял, док, спасибо. Будем на связи. Что, за вторым пакетом мне идти? Так, свяжитесь с ВГМ. А как ты здесь выживал-то, мне интересно знать. Чего ел? Кто тебе что поставлял? Так. Надо выйти. Хорошо. Надо, выйдем. Пойдем. Ну, вроде недалеко, да? Да и тут все почищено было. Фух. Вроде без приключений даже наверх добрались. Без приключений. Но не может нас не радовать. Так, нажимаем пробел. Что у нас ждет? А нам надо по-любому будет отнять. Блин, вот не дай бог, мне опять на мечах придется сражаться. С каким-нибудь... Ой. Крейн, вас поставляют при первой же возможности. Я знаю, док, я буду на чеку, я просто хочу прояснить ситуацию. Свяжитесь с ВГМ. Короче, мне надо наверх.
Давай. Ползи, ползи. Вперед. Блин, она тут. Ну давай, кондюшник. Ты чё, ё-моё, падла? Нас тоже пасут, сука, вредник. Вот так. Ну здесь-то... О! Опа! Видали, как я могу? Блин, вонючие. Да быть того не может. Подожди. У меня будет охота. Ну и как вам? Ой. Так, вы в зоне-то в безопасной. А есть где поспать? Поспать. У тебя чертежи есть? Батарейки, клинок? Нет. Может, с подсобки где-нибудь поспать можно? Где у вас здесь спальное место? Looks pretty comfortable. Вот. Так, немножко отвлекся, ладно. Что мне надо? Свяжитесь с ВГ. А, надо. Что у меня по времени? Ну, 7 утра. Так, сюда идем. Давай, 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 давай. Вот дверь даже открыта. Спасибочки. Это кто там? Что за разборки такие? Так. А-а-а! Чуть не упал. Так, Матерь Божья, Святая Богородица. Именно такие молитвы здесь и должны звучать. На. На. Так. Давай. Вот это хреновый ассасин-то. Ничего. Я тут одну игрушку задумал пройти, пока ремастер не вышел на нее. Ух ты. Он же растение какое-то забрал. Так что ждите новую игру. Пока обновление на нее не вышло, поиграем в старую версию. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие они мелкие. Вот у трупов-то нету. Как она? Акрофобия. Боязнь высоты. Ну я-то не труп. У меня-то все это есть. Эй, Трой,
Я отдал образцы доктору Кэмерону, теперь мне надо связаться с ВГМ. Что ты им скажешь? Я им все выскажу. Встретимся позже, Трой. Крейн, как слышно? Кайл Крейн, ты меня слышишь, да? Райз, ты где? Там, где мне и следует быть, на вершине своей башни, хотя она еще и не достроена. Но уже возвышается монументом хаосу, энтропии, единовластному правлению. За то, что ты сделал с Джейн, вообще за все, я убью тебя, гад. Я надеялся, что ты разозлишься. Видишь ли, у нас с тобой война. Война противостоящих философий, в которой и выяснится, чье мировоззрение истории, так скажем. Иди сюда, Крейн, иди и попробуй со мной сразиться. Как вы, американцы, любите говорить, слабо тебе или нет. Знаешь что, боюсь, никакой войны нет, только твои гребаные иллюзии. Ну нет, к черту, я не пойду. Но из Харона уеду, да, видишь? Кстати, воспользоваться твоим собственным переговорным устройством. Ага. Он хочет на вертолете смотаться. Им известно, что все данные доктора теперь у меня. И они называют их ключами к царству. Очень много за мной прилетит. Представь, сколько зла я смогу причинить, когда выберусь из этих стен. Конечно, если ты думаешь, что сумеешь меня остановить. Ах ты, падла. Ты тупой. Ага, я ждал, что ты скажешь. Давай, найди меня, Крейн. Надо закончить начатое. Найди меня. Блин, вот смотрите, вон там башня есть, и вон там башня есть незаконченная. Вон та вот больше всего походит. Ой, так вроде как показано, то как будто бы вот это, а на самом деле он там незаконченный. Ну, ладно, хрен с вами. Так, а как мне лучше-то пройти? Давайте вот здесь, я, наверное, думаю, лучше пройти. Давай. Да ты, господи, валенок, затупок. Пока сообразишь. Вау, что к чему? Да, уйди. На. Уж таких-то, как ты, я пачками валил. Ой, ножки промочил. Тап-тап-тап-тап. Кстати, после трупочины-то хоть помыться. А то я еще мажусь ими потрохами. Если не ошибаюсь. Какой же фильм-то был? Зловещие мертвецы, по-моему. Там трупаками мазались-то они, кишками. Кстати, сериал говно. Первые два сезона я смотрел, или даже три. Ну а потом уже просто бред. Полный бред. Это они уже выросли, им уже по 20 лет. И было 5 лет, стало 20 лет. Вот сколько же его снимали, сериал этот. Сначала вроде интересно, зомби. Потом что-то начали говорить, базарить там. Слушаешь, ну чепуха чепухой. Ну, кстати, там есть единственный момент. Зараженного негра ели. Он не сказал, что он зараженный, а его каннибалы там хотели сожрать. Ну и схарчили, заразились. А он не сказал специально. Вот и вроде как отомстил. Так, сразиться с Райсом на крыше здания. Не понял. Ну, давай попробуем. Только я уверен, что я правильно зашел. Почему на крыше здания, когда... Ага. Вон оно что, Михалыч. Ладно. Блин, кто так строит? Не пройти. Вау, тут всякие штуки для меня-то специально. Что тут есть?
Последнее приготовление, да? Не понимаю. А, вот здесь вот. Так опять же ни хрена. Подождите, я уже набрался всего. Где? Лифт, что ли? Что тут? Не понимаю. Где-то вот здесь вот. Выход наверх. Так, ладно. Может, я где-то что-то... Не так подумал, может, я где-то что-то не так сделал. А я опять же сюда пришел кругом, просто все обежал. Подожди. Блин, сюда что ли? Я даже не знаю, куда мне здесь идти-то. Ну давай пока сюда бежим. Вроде и недалеко, да, 200 метров-то там. Да только хрен добежишь. Так, куда мне? Наверх. Так. Ладно. А, еще выше. Ну давай. Давай, давай, давай. Залез. Залез. Куда? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Столько лет дорогой ненужных побед. Ой. Хрен там, блин. Подождите. Бумк. А я только стрелу лишь взять хотел. Блин. Крестоносец какой-то взял. Так. Стоп.
не сюда, что ли? А куда? Что по карте показано-то? Вы здесь, а надо куда? Надо туда. Блин. Это кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ломак кто такой, Калич, блин, несусветный. Блин, это мне туда по-любому надо идти сейчас. Или чё? Давай. Ну бегом давай. Блин. Ладно. Куда? Ой, господи, это же я назад иду. Блин. Это ж я назад иду, как мне этот... кто они там, спасатели или кто они там? Проводили сюда. Ну как проводили? Предали меня, падла. На! Ой, дай пошел ты. Вон, стрелочки даже остались еще. Давай, давай. Куда это я выхожу? А я могу вот этих интересных, тот, кто меня предал, перебить их нахрен? Прошли, прошли, прошли. Давай, 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 давай. Так, я где? Правильно бегу. На. Ой, господи. Смотрите, прикол. На. На. Так. Да подожди, ты что думаешь, мне... На. Блин, придется вот так обходить. Химикаты какие-то, ага. Не понял, как спуститься можно.
Так же, как и поднимался. Все верно. Оп. На. Ничего страшного, переживешь. Так, подожди, а как мне подняться-то на эту башню-то? Да уйди. Блин, я думал вот так вот обойти все вот так вот по кругу. И посмотреть. Да уйди ты. Давай, поднимайся уже. Вот сюда. Так, вот теперь, когда я на этой магистрали, мне надо до хрена чего преодолеть. Подожди, где она ведет? И как она так вот идет, идет, потом. Блин, какая-то дурацкая это. Да стойте вы, нате, нате. Уйди. Так, оглядимся. Как мне туда попасть? Я думаю, он в тот туннель надо зайти. Идем. Хоть бы какой-нибудь GPS выдали, что ли. Есть у вас GPS? Для меня. А то не вижу ни хрена. Так, торгаш. Вот мне сейчас не до тебя. Вот так. Ну-ка, давай-ка его сюда заверну. Ну, дурила, дурила. Как заговорил. О! Смотрите-ка. Все-таки приближаюсь. Вот сюда, сюда, сюда. Оп. Падла. На. Так, вы переходите в заключительную часть игры. Эта часть проходит в одиночном режиме, и вы не можете вернуться в другие локации. Вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения игры, загрузки и последнего сохранения. Вы хотите продолжить? Конечно. Ох, сейчас мы ему люлей наставляем. Главное, чтобы меня не ограбили опять. Это, блин, это пипец. Как меня, кто только не грабит? Что это за хрень? Так. Че, опять приступы? Давай, поднимемся. Давай, давай, давай. Не видно, конечно, ни хрена. О, черт. Это что за хрень? Я знал, что ты не устоишь, хрень.
Не хочу тебя слышать, заткнись. Что? Слышать меня? Неплохая идея. Так, нам лучше так. Подожди. На! Подожди! Блин! Тихо! Тихо. Вау. Спокойно. Давай, подвинься. Тихо. Так. Да. Подожди. Хоп. Вау, ни хрена себе прилетело. Вау. Да подожди ты. Я. Тихо. Тихо. Уйди. Да? Да, уйди! Блин! Спокойно! Хоп! А, подожди, мне с ними не надо было сражаться вообще первоначально-то. Стой, чертежи. Аптечка. Ни хрена себе. Мне первоначально можно было с ними не биться, просто выйти оттуда и все.
Давай. И стрелы. И навыки. Да. Ой-ой-ой. Да стойте вы! Блин! Давай, вали его! Давай! Да стойте вы! Какого хрена вам от меня-то надо? Фух! Блин! Подождите. На. Да уйди. Да тихо вы. Вау. На. На. Хоп. Хоп. Да стой! Подожди. Блин, а чё ты не хватил-то вот? Ни хрена, он один меня покромсал как. На. Блин. Блин. Твою ж мать-то.
спокойно. Оп. Блин. Да уйди! Хоп! Хоп! Чё ты не... Ты чё не хватаешься там? Блин, ты возьми ручки-то, протяни свои кривые-то! Блин, вот это реально геморрой. Почему на боссах всегда так геморно? На, вот, на. Так. Оп. Да тихо ты. Вот ты чё? Дурилка, дурил, блин. У меня так патронов на тебя не хватит. Давай, 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 давай. Хоп. Хоп. Да стой ты! Ну, падла, вот как так-то может быть? Как? Извините, сорвался. Да уйди ты нахрен, дебил! Ты как сам-то сюда пробрался-то? Падла, все, у меня уже сил нету. Это тут вырезать надо по-любому. Тихо. Thank you.
Блять. У меня все, сил нет, подождите. А можно вот как-то нажать, что когда у меня... Когда у меня еще все это... В огромном запасе было. Беги. Так. Пока бежим. Ну я же нормально разбежался и прыгнул вроде, все нормально, что тебя не устраивало? Давай, беги. Так, стоп. Чертежи, где у меня эти хлопушки? Так. Где, где? Значит, наверх давай. Так. Дозвуковой патрон. Не знаю, к чему-то, кому-то. Шокер, так. Бесшумный. Вот, взрыв пакеты. Делаем взрыв пакеты пока. Блин, это пипец. Вот вроде сейчас на безопасном островке стою, а один хрен. Блин, вот как так-то, тварь ты вонючая? И прыжок. Прыжок. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Ладно, еще разок. Фуф. Раз, два.
Ты беги, ты-то не останавливайся. Тебе-то кто говорил останавливаться? Вот так. Хоп. Хоп. Так. Тихо. Блин, я чувствую, что босс не такой уж крепкий будет, как вот это. Как до него добраться? Давай, давай. Так. Куда? Беги давай. Блядь. Блядь. Блин, смотрите, 30-ек уже израсходовал практически. Это только взрыв-пакет. Это я уже не стреляю, потому что стрелять бессмысленно. Так. Да стой ты. Блин. По центру. По центру. Надеюсь, отстанет. Это пипец, я вам скажу, ребята, это пипец. На всякий случай, мало ли. Фух, подождите, берегу. Так, давайте. Ой-ой-ой. Это что за опасность у меня там? Надо починить. Где ты? Так. Ну, думаю, можно. Погоня отстала. У меня еще и погоня была? Так. Давайте для начала проверим. Так. Ну, патронов, стрелы, кстати, себе. Стрел может сделать. Стрелы. Ну, пока стрелы нормально. Ой-ой-ой. Как-то надо туда пройти, да? Ой-ой-ой. Сейчас подойду туда, там какой-нибудь большой злобный. Так.
Да блин. Кстати, по поводу, да. Да какой лук? Не лук меня интересует, ой, не лук. Надо аптечек сделать. Я даже не знаю, что меня ждет сейчас. Так. Оп. Так. Не сюда, куда нам? Так, стой, стой, стой. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 подожди. Так, поднялся. Поднимись, давай. Блин, блинский. Ну давай, здесь-то уж не расшибись нахрен. Дебил! Так. A king of mud. О. Dear Crane, посмотрите, какой он. Accept an offering to the king. Оп. You cannot kill me. Залазь. You cannot defeat me. Ни хрена, да, не получается. Что за идиотизм-то? Там он не допрыгнет. Не-а. Хрен там. О, смотрите, что-то можно взять. Тут бой какой-то был. Уж не мой ли бой тут был-то. А ну-ка. Вроде бы я понял, как тут делаться. Оп. Так. И вот сюда. Ну слава богу. Блин. Ходишь как по лезвию ножа тут каждый раз. Все-таки выхода нет, да? Так, мне нужен лук. Поднимаемся, поднимаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ф-
Что меня ждет? Скорее, чтоб тебя. Так, что у меня, кстати? 31 взрывных. Простые есть. Давай сначала электрический будем пробовать. Чтобы затормозить хотя бы его немного. На. Ой. На. Да тихо вы. Мне делать нечего. А, с вами ни хрена там. Какая орава. Хоп. Крейн. Так, Крейн. Райс говорил, ты придешь. С тебя стреляли, черт возьми. Вот наша награда за то, что пытались выжить. Райс предал нас всех. Я иду наверх и убью этого ублюдка голыми руками. Не туда. Мы заминировали два этажа над нами. Иди через второй корпус. Пойди как можно выше, а потом можешь вернуться. Блин, ладно. Как-то надо это обойти, значит. Сейчас опять прыгать надо. Так, вот я вообще не понимаю. Вон туда мне надо прыгать. Так. На. Пошел отсюда. Повышение уровня ловкости, навык. А что у нас навыка? Вот, вот, что, при правильном расчете времени удара на бегу наносит больше урон первичному врагу, кроме того, увеличивает дальность удара на бегу. Ну а это что? Это скольжение, скользите во время бега. Давай вот это. Хоп. Карин managed to warn you, did he not? I was right to shoot him. Ой. Some might think he's transporting at me, taking aim. I liked you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? Вот как я вовремя сделал. Нормально так. Все пришли. Ну что ж. На. Вот так тогда хотя бы. Блин, надо прыгать. Так. Ладно, обошел. Наверх надо. Поднимемся.
Давай. Вот так. Хоп. А что мне здесь делать-то? Так, беги-беги. Куда? О, блин. Вот нахрена! Откуда я начну? А, отсюда я начну. Ага, размечтались. Видите, как вовремя мы оттуда ушли. Блин, не надо со всеми вступать в схватку-то. Выигрывает тот, кто избегает битвы. Починить ноль. А там последняя починка будет. Ничего себе. А мне еще выше надо. Ну давай. Я надеюсь, хоть правильно иду. Мне не надо вниз туда спускаться, мало ли зачем. Ой. Посмотрите. Вот там мы все видели. Здание вот это вот мы видели. Откуда мы видели? Мы видели его издалека. Он на той вышке, что ли, вон там вышка. То ли с нее, что ли, мы ее видели. Да. Мощный. Твою бы энергию-то в мирное русло. На правильное дело. Цены бы тебе не было. Что стоит кого-то тут. Знаешь, что опасно на краю стоять? Упасть можно. Мне кажется, его поставили специально для пенделя. Еще прыжки какие-то. Какие нахрен прыжки тут? Смотрите, какая высотища. Моча в воздухе растворяется. Ой. А мне куда? Ух. Докидываешь? Вон он ты ходит, такой мелкий, такой говнюк, а все еще кидается. Ничего себе! Это как так понимать тебя?
А, вон оно что, надо где-то скачками потом, короче, с половины пути. Блин, вот тебе и скачками. Ну давай. Ну всяко проще, проще, чем... Ага, все-таки нет, все-таки надо скачками, скачками надо. Тут зависит уже только от меня. Добегаем вот до этих вот штуковин. Первый прыжок, второй прыжок. Да третий прыжок должен был быть. Давай. Раз прыжок. Два прыжок. Ой. Опа. Полностью рухнуло. Поднимаемся выше. Вот как он не боится, да? Другой бы уж давно бы кучу бы такую навалил. Это вот то же самое, скрестили корову с цыпленком, думали, ага, и яйца, и молоко будет. А в итоге летает низко и гадит огромно. Ну вот кто здесь ходит пешком, вы мне скажите. Какой дурень здесь будет ходить пешком? Ради интереса. Вау! Ветер тут по-любому гуляет такой, что никакие корточки мне здесь не помогут. О том, что встать в полный рост, даже и не думайте. Слышите, у меня вот даже слышу шум ветра. Шум и ветра за спиной. И я забуду голос твой. И о той любви земной, что нас сжигало в прах, так? Блин, блинский. Смотрите, какая стена огорожена. Это город огорожен. Там, как я понимаю, нормальные, да, люди живут или что? Хоп! Вау! Ну ни хрена себе, хрена себе! Вот как он-то туда добрался? Как? Через всех мертвяков. На такую высоту, где лифты-то еще не все работают. Он же не такой красавчик, как я. Ага. Вот тебе испытание. Кстати, кто высоты боится, для них вот этот уровень само то. Хуже не придумаешь пытки. О, фух. Хватайся, хватайся. И опять. И опять. И опять. А, фу, не. Так, давай, сейчас он нас пнет, он же нас встречает, а мы такие лошары. Снова лицом к лицу, значит, мне уже не нужна эта штука. Ты в любом случае труп, Сулейман. Не делай вид, что тебе не все равно. Сколько жизней зависит от этого диска? Сотни, тысячи, может быть, миллионы. Ну и чё? Пипец. Вот тебе и мини-игра. Давай, еще разок. Ugh!
А, в любом случае он в меня бы воткнул ее. Понятно. Что не так? У меня-то пистолет есть. Где пистолет? Но в одном ты прав, Крейн. Сулейман мертв. Да пипец, подождите. Это какой-то хрень. Подожди, это... Почему на русских буквах? А, ну или так. Так. Да иди ты нахрен, я вот успел нажать. Что мне теперь на каждую кнопку, что ли, оправдание искать? Сулейман, he's dead. На, мимо. He died with his brother. Право теперь. In this city. You don't even be да, влево. You don't know what suffering is. Ага, хрен там, вперед надо было. Назад, влево, вперед. Так, сначала назад. Теперь влево. He died with his brother in this city. Теперь вперед. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Ты знаешь, что такое страдание, я знаю. Ох ты. Да как так-то? Блин, с этими... Они слишком ли жирно так сильно на кнопках-то? Предупреждать за мгновение. Да? У тебя же есть пистолет, застрели его нахрен. Блин. Давай. Ну наконец-то, тем более он еще и однорукий нахрен. Тебе такой тесак стоит. Что ты врешь-то, что ты там? Что тебе не больно? Вот так. Давай, тебе не устоять. Бей. Я не сопротивляюсь так же, как ты убил Тахира. Давай. Да скинь его с башни вообще, я предлагаю с башни скинуть. Да пошел ты. Я должен установить свои правила. Вот тебе правило номер один, ты будешь мучиться весь остаток своей мерзкой жизни. Вот зря ты достаешь. Не доставай. Не смей. Не делай это, Крейн. Отомсти мне. Да сейчас я размечтался. Ты просто дам. Давай, становись зомби лучше. Ну и за кем вы прилетели? Я ее скину. Если есть такая функция, скинуть и ни хрена им не дать. Я так и сделаю. Давай. Как все меняется в мгновение ока, если бы я остался в арене, я бы умер от этой раны. Давай. Но теперь ты висишь на волоске от гибели, и меня ВГМ отвезет в госпиталь. Ага, хрен там отвезет тебя в воздух. Нахрен ты нужен, с вертолета же сбросят. Я даю тебе право решить твою собственную судьбу. Отдай мне диск, и у Харина будет хотя бы какие-то шансы спастись. И я убью тебя быстро и безболезненно. Да сейчас размечтался. Дебил, что ли? Или можешь упрямиться и погубить весь город Перша, пока я считаю до пяти. Хорошо, хорошо, ладно, бери. Ну? Не понял. Я лечу? Понятно. Почему так быстро игра клавиш настает-то? Без всякого предупреждения. Вы думаете, я сижу тут это пальцы на пульсе, что ли? В ожидании чуда? Как тебе такое решение, козел? Ой, что-то мне напоминает. Это Call of Duty, там вот он нож или потом он достает из себя, режет другого. Так и здесь тоже. Что за ерунда? Бредятина. Лети. Так, а я смогу вертолет подбить?
на всякий случай. Вот он, летит. Что тебе надо? Раис говорил, у него есть результаты исследований того ученого. Мы хотим лишь одного — найти вакцину. И даем тебе шанс. Будь для нас недостающим, и мы тебя заберем. Недостающие данные. Ага, отдай. Так, представьте, что вы считаете меня идиотом. И пока она здесь, вы не будете пытаться провернуть вашу министерскую муть. Ага, все понятно, я оставляю ее здесь. Крейн, а почему тебя так волнует, что станет со всеми этими людьми? Ты сам не здешний, для тебя это просто работа была. Нет, уже нет, я свяжусь с вами, когда решу, что делать дальше. Давайте, вы хотели меня вообще уничтожить. С хрена ли вообще должен на вас работать? Крейн, ты меня слышишь? Это Камден. Да, слышу, что нового? Закончен анализ образцов ткани. Результаты, думаю, слово феноменальные, как раз подойдет. Крейн, если вы раздобудете данные Заре, я уверен, что вакцина у нас в руках. Отлично. Поговорим об этом при встрече. Господи, если я... Да ну нахрен, мне опять через этот подвал бежать. До доктора. Да нет. Да быть не может. В итоге все на ножах и сошлось, а блин. Экономил патроны. Даже для масленки патроны я изготовил, блин. Готовился к бою, сделал... Стрелы взрываешься, думаю, я сейчас это как террорист. Та-та-та-та-та-та, охрен там. Ну что ж, на этом все. Очередная игра пройдена. Очередные зомби повержены. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся уже в следующей игре. Пока.